У костра сидели двое, мужчина и женщина. В спину им дул из степной балки холодный ветер, посвистывая в давно осыпавшихся стеблях пшеницы. Женщина подобрала ноги под юбку, засунула кисти рук в рукава драпового пальто. Из подвязанного платка, опущенного на глаза ее, только был виден пряменький нос и упрямо сложенные губы. Огонь костра был невелик. Горели сухие лепешки навоза, которые мужчина давеча подобрал несколько охапок в балке у водопоя. Было нехорошо, что усиливался ветер. Красоты природы, конечно, много приятнее воспринимать под трещание камина, грустлявое окошечко. Эх, боже мой, тоска, тоска степная. Мужчина проговорил это негромко, ехидно, с удовольствием. Женщина повернула к нему подбородок, но не разжала губ, не ответила. Она устала от долгого пути, от голода и от того, что этот человек очень много говорил и с каким-то самодовольством угадывал ее самые сокровенные мысли. Слегка закинув голову, она глядела из-под опущенного платка на тусклый, за едва различимыми холмами осенний закат. Он протянулся узкой щелью и уже не озарял пустынной и бездомной степи. Будем сейчас печь картошечку, Дарья Дмитриевна, для веселья души и тела. Боже мой, что вы без меня делали? Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепешки поплотнее, вертел их так и сяк, осторожно клал на угли. Часть углей отгреб и под них стал закапывать несколько картофелин, доставая их с глубоких карманов бекеши. У него было красноватое, невероятно хитрое, скорее даже лукавое лицо, с мясистым, на конце приплюснутым носом, скудно растущая бородка, растрепанные усы, причмокивающие губы. Думаю я о вас, Дарья Дмитриевна, дикостей у вас мало, цепкостей мало, а цивилизации-то поверхностная, душенька, яблочко румяное. Сладкое, но недозрелое. Он говорил это, возясь с картошками. Давеч, когда проходили мимо степного хутора, он украл их на огороде. Мясистый нос его, залоснившийся от жара костра, мудро и хитро подергивал ноздрёй. Человека звали Кузьма Кузьмич Нефёдов. Он мучительно надоедал Даше разглагольствованиями и угадыванием мыслей. Знакомство их произошло несколько дней назад в поезде, тащившемся по фантастическому расписанию и маршруту и спущенным белыми казаками под откос. Задний вагон, в котором ехала Даша, остался на рельсах,
Но по нему резанули из пулемета, и все, кто там находился, кинулись в степь, так как по обычаю того времени надо было ожидать ограбления и расправы с пассажирами. Этот Кузьма Кузьмич еще в вагоне присматривался к Даше. Чем-то она ему пришлась по вкусу, хотя никак не склонялась на откровенные беседы. Теперь на рассвете в пустынной степи Даша сама схватилась за него. Положение было отчаянное. Там, где под откосом лежали вагоны, была слышна стрельба и крики, потом разгорелось пламя, погнав угрюмые тени от старых репейников и высохших кустиков полыни, подернутых инеем. Куда было идти в тысячеверстную даль? Кузьма Кузьмич так примерно рассуждал, шагая рядом с Дашей в сторону, откуда из зеленеющего рассвета тянуло запахом печного дыма. Вы мало того, что испуганы. Вы, красавица, несчастный, так мне сдается. Я же, несмотря на многочисленные превратности, никогда не знал ни несчастья, ни паче того, скуки. Был попом, за вольнодумство растрижен и заточен в монастырь. И вот брожу меж двор, как в старину говорили. Если человеку для счастья нужна непременно теплая постелька, да тихая лампа, да за спиной еще полка с книгами, такой не узнает счастья. Для такого оно всегда завтра. А в один злосчастный день нет ни завтра, ни постельки. Для такого вечное увы. Вот я иду по степи. Ноздри мои слышат запах печеного хлеба. Значит, в стране, в той, хутор. Услышим скоро, как забрежут собаки. Боже мой, видишь, как занимается рассвет. Рядом спутник в английском виде, стонущий, вызывающий меня на милосердие, на желание топотать копытами. Кто же я? Счастливейший человек. Мешочек с солью всегда у меня в кармане. Картошку всегда стяну с огорода. Что дальше? Пестрый мир, где столкновение страстей. Много, много я, Дарья Дмитриевна, рассуждал над судьбами нашей интеллигенции. Не русское это все, должен вам сказать. Вот и сдунуло ее ветром. Вот и, увы, пустое место. А я, растрига, иду, играючись, и долго еще намерен озорничать. Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких случаях. Сколько она ни крепилась от самолюбия и неохоты, все же Кузьма Кузьмич повыспросил у нее почти все. Об отце докторе Булавине, о муже красном командире Иване Ильиче Телегине, о сестре Кате, прелестной, кроткой, благородной. Однажды, на склоне ясного дня, Даша, хорошо выспавшись в соломе, пошла к речке, помылась, причесала волосы, свалявшиеся под вязаным платком, потом поела, повеселела и неожиданно сама, без расспросов, рассказала. Видите, как все это вышло? У отца в Самаре я больше жить не могла. Вы меня считаете паразиткой. Но видите ли, о самой себе я гораздо худшего мнения, чем вы. Но я не могу чувствовать себя приниженной, последней из всех. Понятно. Ничего вам не понятно. Мой муж рисковал жизнью, чтобы только на минутку увидеть меня. Он сильный, мужественный, человек окончательных решений. Ну а я? Стоит из-за такой цацы рисковать жизнью? Вот после этого свидания я и билась головой о подоконник. Я возненавидела отца, потому что
потому что он во всем виноват. Что за смешной и ничтожный человек. Я решила ехать в Екатеринослав, разыскать сестру Катю. Она бы поняла, она бы мне помогла. Умная, чуткая, как струнка моя Катя. Не усмехайтесь, пожалуйста. Я должна делать обыкновенное, благородное и нужное. Вот чего я хочу. Но я же не знаю, с чего начать. Только вы мне сейчас не разглагольствуйте про революцию. А я, душенька, и не собираюсь разглагольствовать. Слушаю внимательно и сердечно сочувствую. Ну, сердечно. Это вы оставьте. В это время Красная Армия подошла к Самаре. Правительство бежало, очень это было гнусно. Отец потребовал, чтобы я ехала с ним. Был у нас тогда разговор. Проявили себя во всей красе он и я. Отец послал за стражниками, будешь, милая моя, повешена. Конечно, никто не явился, все уже бежало. Отец одним портфелем выскочил на улицу, а я в окошко докрикивала ему последние слова. Ни одного человека нельзя так ненавидеть, как отца. Ну, а потом с головой в платок на диван и реветь. И на этом отрезана вся моя прошлая жизнь. Так они шли по степи, мимо возбужденных гражданской войной сел и станиц, почти не встречаясь с людьми и не зная, что в этих местах разворачивались кровопролитные события. 75-тысячная армия Всевеликого войска Донского после августовских неудач во второй раз шла на окружение Царицына. Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту ночь передохнуть, над нами не каплет. Только стойбище выбрали неудачно. Ветерок из оврага нам спать не даст. Лучше поплетемся-ка потихоньку под звездами. Да чего хорош мир. Разве это не чудо и чудес, душенька? Вот ползут две букашки по вселенной, пытливым умом наблюдая смену явлений. Одно удивительнее другого. Делая выводы, ни к чему нас не обязывающие, утоляя голод и жажду, не насилуя своей совести. Нет, не торопитесь поскорее окончить путешествие. Даша не слушала его. От того ли, что ветер бездомной тоской тоненько посвистывал в стеблях пшеницы, ей очень хотелось плакать, и она все отворачивалась, глядя на тусклый закат. Безнадежность охватывала ее от того бесконечного пространства, по которому предстояло пройти в поисках Ивана Ильича, в поисках Кати, в поисках самой себя. Наверное, в прежнее время Даша нашла бы даже усладу пронзить на себя жалея, такую беспомощную, маленькую, заброшенную в холодной степи. Нет, нет. Взяв у Кузьмы Кузьмича картошку, она жевала ее, глотая вместе со слезами. Вспоминала слова из Катиного письма, полученного еще тогда в Петрограде. Прошлое погибло, погибло навсегда, Даша.
Нет, надо идти. Конечно, пойдемте. Даша изо всей силы затягивала вязаный платок на шее. Кузьма Кузьмич пытливо взглянул на нее. В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и раскатились выстрелы. Едва только раздались первые выстрелы, ожила безлюдная степь, над которой уже смыкалась в далеких тучах щель заката. Даша, держась за концы платка, даже не успела вскочить. Кузьма Кузьмич с торопливостью начал затаптывать костер, но ветер сильнее подхватил и погнал искры. Они озарили мчавшихся всадников. Нагибаясь гривом, они хлестали коней, уходя от выстрелов из оврага. Все пронеслось, и все стихло. Только отчаянно билось Дашино сердце. Из оврага что-то начали кричать, и тотчас повалили оттуда вооруженные люди. Они двигались настороженно, растянувшись по степи. Ближайший свернул к костру. Эй, кто такие? Кузьма Кузьмич поднял руки над головой, с готовностью растопырив пальцы. Подошел юноша в солдатской шинели. Вы что тут делаете? Разведчики? Белые? Да мы... Давай, давай. Расскажешь по дороге. Да мы, собственно... Да что, собственно? Не видишь, что мы в бою? Кузьма Кузьмич, не протестуя далее, зашагал вместе с Дашей под конвоем. Пришлось почти бежать, так быстро двигался отряд. Совсем уже в темноте подошли к соломенным крышам, где у прудочка фыркали кони среди распряженных телег. Какой-то человек остановил отряд окриком. Люди разошлись. Хутор как будто опустел, только слышалась негромкая команда и окрики часовых в темноте. Потом и эти голоса затихли. Ветер шелестел соломой на крыше, подвывал в голых ветвях ивы на берегу прутка. К Даше и Кузьме Кузьмичу подошел тот же молодой красноармеец. При свете звезд, разгоревшихся над хутором, его лицо было худощавое, бледное, с темными бровями. Вглядываясь, Даша подумала, что это девушка. Идите за мной. Обождите в сенях. Господи. Ну, сядьте тут на что-нибудь. Он отворил и затворил за собой дверь. За ней слышался грубовато-низкий бубнящий голос командира отряда. Это длилось так долго и однообразно, что Даша привалилась головой к плечу Кузьмы Кузьмича. Ничего, выпутаемся. Дверь опять отворилась, и красноармеец вывел их на двор и, оглядываясь, куда бы запереть пленников, указал на низенький амбарчик, придавленный соломенной крышей. На нем была сорвана дверь. Даша и Кузьма Кузьмич зашли внутрь. Красноармеец уселся на высоком пороге, не выпуская винтовки. В амбарчике пахло мукой и мышами. Можно сесть рядом с вами? Я боюсь мышей. Он неохотно подвинулся, и она села рядом на пороге. Красноармеец вдруг зевнул сладко, по-ребячьи, покосился на Дашу. Значит, разведчики. Слушайте, товарищи, позвольте и вам объяснить. После расскажешь. Мы же мирные обыватели, бежавшие... Мирные? Это как же так, мирные? Где это вы мир нашли? Как вас зовут? Это к делу не относится. Вы женщина? Ну, вам от этого легче не станет.
Почему вы разговариваете со мной, как с врагом? Вы же меня не знаете. Зачем заранее предполагать, что я враг? Я такая же русская женщина, как и вы. Наверное, только больше вашего страдала. Как это русская? Откуда это русская? Буржуй! Господи! У Даши раздвинулись губы. Порывисто, как все было в ней, она придвинулась и поцеловала его в шершаво горячую щеку. Этого красноармеец не ждал и заморгал ресницами на Дашу. Поднялся, подхватил винтовку, отошел, перекинул ружейный ремень через плечо. Это вы оставьте. Это вам, гражданка, не поможет. А что мне поможет? Вы вот нашли, что делать, а я не нашла. Я без памяти убежала от той жизни, убежала за своим счастьем. И мне завидно. Я бы тоже так перетянула ремнем шинель. У вас все ясно, все просто. Вы за что воюете? Чтобы женщина без слез могла смотреть на эти звезды. Я тоже хочу такого счастья. Даша говорила, и он слушал, не пытаясь ее остановить, смущенный этой непонятной страстностью. В это время из хаты вышел ротный командир. А ну, Агриппина, давай сюда, гадов. Командир полка с широко расставленными блестящими глазами, с трубкой в зубах, и ротный командир, обветренный, как кора, оба в шинелях и картузах, сидели в хате у стола, положив локти перед огоньком светильни. Ротный велел остановившимся у двери Даше и Кузьме Кузьмичу подойти поближе. Почему были в степи, в расположении войск? Глаза его уставились не куда-нибудь, а прямо в их глаза. От этого взгляда Даша вдруг изнемогла. Он расскажет. Можно я сяду? Она села, держась за края лавки, и глядела на огонек, плавающий в глиняном черепке. Кузьма Кузьмич, причмокивая и переступая с ноги на ногу, начал рассказывать о том, как он подобрал в степи Дарью Дмитриевну и как они шли к Дону, размышляя преимущественно о высоких материях. Об этой стороне их путешествия он заговорил подробно, захлебываясь, торопясь, чтобы его не перебили. Но командиры за столом сидели, как две глыбы. Великое дело, граждане командиры, мыслить большими категориями. Что хочу сказать? Спасибо революции за то, что оторвала нас от унылых мелочей. Богоравное существо, человек, предназначенный к свершению высоких задач, как Орфей, струнами лиры оживлять камни и усмирять бешенство дикой природы. Человек этот, при коптящем ночнике, мыслил кредитки и ум свой. Как бы ловчее объегорить соседа. Спасибо вам. Разбили убогое житие, будь ему нелегкой память. Но, граждане командиры, хочу с вами поспорить. Боретесь вы счастье ради человека. А человек это часто забываете. Он у вас пропадает между строк. Не отрывайте революции от человека. Не делайте из нее умозрительной философии. Ибо философия – дым. Приняв чудный облик, он исчезает. Вот чем объяснимо мое участие в судьбе этой женщины. В ней я перелистываю увлекательную и поэтическую повесть, как, впрочем, и в каждом человеке, если подойти к нему с любопытством, с жаждой. Ведь эта вселенная ходит перед вами в драные бекеши и в опорках.
Хитро загнуто. А ну, покажите документы. Взяв у Кузьмы Кузьмича и Даши паспорта, он придвинул светильню и низко нагнулся, мусоля палец, осторожно перелистывая паспортные книжки. Командир полка изредка тяжело вздыхал, посасывая обгоревшую трубочку, которая дымила у него под усами уже пятый год войны. Кто ваш отец? Доктор Булавин. Это что же, не министр бывшего самарского правительства? Да. Ну, а вы что же, из жеребячьего сословия? Дважды был изгоняем из семинарии за осквернение пищи и за сочинение вольнодумных куплетов. Отец мой, саратовский благочинный, дважды отеческой рукой спускал мне шкуру со спины. Дальнейший послужной список приложен при паспорте. Не слушая его, ротный покосился на Дашу. Тяжелое ваше дело. Придется вам рассказать всю правду. Это еще, пожалуй, может вас выручить. Да, тяжелое дело. Иван, ей можно верить. Я с ней говорила. Ротный, подняв большой нос, уставился на Агриппину. Командир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал красным веселым лицом. Это где мы? На посиделках? Красноармейский щебрец. На каком основании встреваете в допрос? Агриппина даже задышала от злости. Не будь здесь командира полка, она бы не задумалась, ответила ротному, как баба на перелазе. Красноармеец щебрец, выйди за дверь. Агриппина только полыхнула темными глазами, стукнула прикладом, поджав губы, вышла из хаты. Ротный, сопя, полез в карман за табаком. Так, значит, и тут успели. Агитировали. Я прошу мне верить. Если не верите, мне незачем говорить. Мой отец Булавин, ваш враг. Он и мой враг. Он хотел меня казнить. Я убежала из Самары. Гражданка, как же вам верить? Уж сказки рассказываете. Не горячись, гора. Она, может, дело говорит. Ваша фамилия Телегина? Да. Имя отчество вашего мужа? Иван Ильич. Штабс-капитан царской службы? Кажется, да. Был ротным командиром в 11-й Красной армии. Вы его знаете? Я видела Ивана в последний раз, когда он под выстрелами бежал по крышам. Вот как это было. А вы сядьте. Успокойтесь. Знаю Ивана Ильича. Вместе были в германской войне. Вместе ушли из плена. Мельшин моя фамилия, Петр Николаевич. Может, вам поминал когда-нибудь? И в Красной армии его хорошо знают. Жинка твоя, гора, правильнее тебя этот орешек раскусила. Отдохните. Завтра поговорим. Вы тут можете устроиться. Выйдите в сени, там будет кухня. Спите спокойно. Даша и за ней Кузьма Кузьмич, которого командира как будто перестали замечать, вошли через сени в тепло натопленную пустую кухню. Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь. Косточки прогреете. В одну ночь за неделю отоспитесь. Дайте-ка я вас, душенька, подсажу. Даша с трудом влезла на печь, размотала платок, подложила его под щеку, прикрылась пальто, подобрала ноги. Здесь было хорошо. Пахло теплыми кирпичами, хлебным дымком. Тыркал сверчок, неизменный сожитель. Он-то и не давал Даше заснуть сразу. Сон только пленкой покрывал ее. Сверчок тырк-тырк простегивал ее сон серой строчкой. То ей представлялось, что стучит метроном. Она сидит у рояля, в оцепенении не опустив руки. От ожидания сердце тревожно бьется, но не шаги любимого, обожаемого.
Снова слышно тырканье сверчка, стежка за стежкой. Какой покой, какой покой! Вернулась на родину, бедная Даша. Но ты же никогда не знала родины. Даша, Даша, ах, не мешайте мне. Ну, конечно же, это дирижер стучит костяной палочкой. Сейчас раздастся музыка.